Ну что ж, друзья, утро воскресенья, 14 января, температура минус 18 градусов. Выдвигаюсь в Троицк на соревнования. Сегодня у нас свободный стиль, 15 километров. Лыжи у меня сегодня поедут 100%. Это Fisher, потому что других лыж у меня нет, холодных лыж на такую погоду у меня нет. Рассчитывать на то, что мази там, да, и прочие какие-то добавки помогут, я думаю, не стоит. Ну что ж, пробежим на том, на чем есть, как говорится, чего уж тут, как говорится, плакать, да, не будем. Вот. Даже если лыжи не поедут, ну, будет хорошая силовая тренировка. Всем пока, точнее, всем привет. Встретимся на гонке. Здравствуйте. Здесь у вас номера, получается, да? Стартовые? Фамилия, имя, отчество? Фамилия. Розинкевич. Лыжная медиалига. 210. Справки? Да. Там одна и вторая, какую хотите, можете посмотреть. Ну, одну-то оставьте себе. Я просто думал, что это согласие. Давайте вот эту вам, где написано, вот так, где прям конкретно на ваши гонки. Лыжные гонки, открытая переезда. Вот, эту себе, да. Так, подождите, Розенкевич, 210. 210. 203, 205, 210. Проверяйте на всякий случай. Угу, хорошо, спасибо. Сегодня тоже. Сегодня 15-ку? Нет. 10? 10. Для вас 15. Для вас 15. Ну что, побежим. Лыжи какие у тебя сегодня? Холодные? Холодные. Хорошо. Это вчерашние. Ты вчера дабл? Дабл. Хорошо. Не, молодец, хорошо побежал. Я рад, если тебе нравится. Я сегодня постараюсь, но мне только Fisher. У меня других лыж нет. А вот зачем другие? Они Fisher с моим подготовлен. Но... Что получилось? Парафин минус 3, минус 15. Гладинский. Потом этот порошок минус 5, минус 15. И эмульсия сверху минус 2, минус 20. Не знаю, поеду. Ну, на эмульсии ехали. Вот один мороз был хороший. Вот так ехал эмульсия. Сегодня, правда, потеплее. Ну, посмотрим. Будем стараться, что. Как говорится, если не поедут, значит будет хорошая тренировка. Но все равно. Значит, будем знать, что хорошее скольжение проедем лучше, правильно? Да, получится. Да. Ребят, минутка рекламы. Если вам интересен товар, интересна продукция, подготовка лыж, если вы занимаетесь подготовкой лыж, минуточка рекламы и. Сможете перейти на сайт, и если вам понравится продукция, закажете. Друзья, а в скольжении моих лыж мне помогает продукция компании Master Glide. Master Glide – это современные парафины на бестористой технологии. Температурный диапазон от минус 3 до минус 15. Сегодня мы катаемся на этом парафине. Температура плавления 110 градусов. Очень удобный в работе парафин. В ссылочках и закрепленном комментарии и в описании к этому ролику сегодня вы сможете перейти на сайт и заказать не только бестористую продукцию, также есть и втористая продукция, это порошки гоночные, которые вы можете носить на лыжи, и у вас будет отличное скольжение. Также жидкие парафины. Просто большой ассортимент, разнообразный, все для подготовки лыж. Также будет действовать промокод на скидку 20%, по которому вы сможете взять любую продукцию. Переходите на сайт. Ссылочки будут в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. И катайтесь с удовольствием на лыжах с компанией Master Glide. Виктор, ты что? Да. Чем занимаешься? Что делаешь? Подрабатываю вот здесь. Снег чищу на парковке в Троицке. Чтобы это, как я сказал, дорогу отбить. Бензин, сказали, снежок почистить. Так получается, нет? Лопату выдали вам какую-то. Ну, молодец.
Давай, давай, почище. Сказали всю территорию, чтобы почистил. Не почистишь, не уедешь. Это обязательно надо. Вот тут еще помощники. Помощники. Свечного? Нет. Что с ним? Нету, Саша. У меня я инструмент не возьму. Вот, ребят, это база лесная называется, город Троицк, да. Лыжная трасса. Вот здесь будет старт. Уже вот есть, пожалуйста, можно все купить. Палаточки открылись. Будем бежать два круга по 7.5 километров, если я не ошибаюсь. Может быть, меня кто-то поправит. Мужчина, подскажите, 15 километров бежим, два круга по 7.5, правильно? Да, да, да. Все, вот точно, точная информация. Вот такая трасса, ребят. Город Троицк, база лесная. Мой старт в 11.34. Ну и давайте, наверное, на старте с вами и увидимся. Скажи подписчикам это. Скажи, пропускаем Витька вперед. Скажи, скажи, а то они не верят, а то они говорят, я сам. Транзит через финишный спорт. Повнимательней. Тут будут и финишировать, он пенсионер, и вынести. А то они говорят, что я сам залажу вперед. Вот. Ладно, ребята сами меня пропустили. Прям ближе, да, к стене. Идет запись, смотри, экран горит. Привет всем, здравствуйте, рад приветствовать вас на канале Виктор Лыжник. Ну что, гонка началась, 10 километров вместо 15, изменили нам старт, решили, что в связи с погодными условиями, с низкими температурами, сократили нам дистанцию до 10 километров. И, конечно же, в дальнейшем вы по видео посмотрите, трасса крутит жесткая, вообще по-страшному. Местами был такой город, на который можно было наехать и крутили лыжи. Многие лыжники падали, ломали палки. Трасса узкая, непростая, сложная тем, вот именно тем, что она узкая, а вот этим и сложная. Ну, как говорится, все бежали, все, говорит, все нормально, никто не пострадал особенно, да? А лыжи, давай, решили ехать все-таки на лыжи, давай, давай. На лыжах Брадос. Лыжи не едут. И подготовлены они были и порошком, и эмульсии, и ехали даже получше, чем Фишер. Вот. Но не лучше, чем у других. Естественно, холодные лыжи, те, у кого были холодные лыжи, естественно, выиграли. Температура минус 18, это не температура для этих лыж. Брадосы вообще, по-моему, у нас было минус 7. Вот. Но, тем не менее, даже на таких лыжах я могу проехать, залезть в десятку, как говорится, в десятое место, и второй разряд твердый, как говорится, выехал. То есть, что нам показывает эта гонка? Что при хорошем скольжении, при хорошей физической подготовке можно еще лучше, как говорится, результата добиться. А вам я желаю, ребята, приятного просмотра. Наслаждайтесь гонкой. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, наш клуб «Лыжная медиа лига». Все ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии. Блядь. Ёп. Упал. Упал. Thank you.
А куда ехать-то? Холодно. Я справа пройду. Спасибо. Узко. Блять, да чтоб тебя!
говори, где. Давайте аккуратно. Блять. Вон упал. Блять, бедный. Вот так вот. Дай пойду. Спасибо. Куда?
Нихера себе. Без палки обгоняешь. Может, значит, лыжи едут.
Где? Где? Говори. Третья группа. Все, лыжи не едут.
Зятёк. Thank you.
Эгегей. Ты молодец. Ты молодец, обогнал меня. Это случайно. У тебя все впереди. Да. 10 лет разница. Ух. Тренируйся. Да. Ты же меня поедешь? Давай, чуть живем поедем. Рабочая трасса, блин, отдыхать вообще не. Я там упал. А, упал? Да. Я два раза хотел. Что не получилось. Молодец. Я упал там. Все бывает. Трасса говно. Согласен. Лес красивый очень. Давай, я тоже. Я тоже пойду оденусь. Там вот было широко, ага. И ровно, вот мы сейчас проезжали. По полю хорошо, да. Кто? Брадос? Едут. Ну ладно, мы десятые, да? Да. Десяточка, это хорошо. Прекрасно. Главное, не последнее. Это вообще пофигу, да. Тем более я ехал на Брадос. Это вообще да. Успех. Да. Мы его на Карху ехали, видал? На Карху? Да. Да. Слушай, ну, что говорить? Подготовка лыж вообще решает. Если лыжи едут, ну что? Слушай, не знаю. По такой трассе не особо. Тут больше подготовка лыжник. Насколько ты готов пахать тут раз? Ну, блин, ты знаешь, ну, вообще да. Не, ну есть участки, где можно немножко. Я практически, вот я не присел, по-моему, ни разу. На первом кругу вот здесь кручу. На финиш только, да, тут? Все, да. Все остальное вон не попал. Ну вот техника моя, смотри. Будьте хорошо, дай задать. Сейчас. Ну да, нормально, да? Да. А то все говорят на технику. По балансу. Да. Нормально, да, все. Надо агрессивно. Агрессивнее. Складывайся в удар и складывайся в удар. Ну мы сейчас заминаемся, да. Поэтому уже сил вкладываться особо нет. Пахать. А то в комментариях пишут, без слез на технику не взглянешь. Пусть выйдут на лыжню и покажут свою технику, да. По крайней мере, есть телеграм-чат у нас. Пусть заходят и присылают туда видео. У меня есть товарищ, очень умный, ну, скажем так, он сильнее меня бегал. Ага. Но в последнее время он... тренируется, но на старте не выходит. Не знаю, я учусь. И на Лабинску по марафоне какой был на ролике. Ага. Я не участвовал, я думаю, вот и все, да. А ты у нас в чате есть, ты подписан? Нет, нет. Ну под роликами есть ссылка, заходи в наш чат. Да. На телеграм-канал. Там все, там и Димон, и Алексей Терешин, это Skifoyu канал. С Романовым общаетесь? Олегом? Да. Да, он тоже в моем чате. Он тоже администратор чата. Единственное, мне не нравится бесячий человек Иван Дакутин. Бесячий? Да. Да ладно. Да, я сейчас лично не знакомый, конечно. Ну как? Он комментирует, ну как же нравится. Прям вот какое-то у меня отрицание. Типа как это? Да, здравствуйте, друзья. Не, он косит под губернию. А, косит. Ага. Ну не знаю. Кто из них под кого? Ну конечно, да, губернию косит под запутин. Я слышал такое, да, что ему говорят. Не, он, кстати, интервью когда брал у Сорина. Ага. Он нормальным голосом вроде говорит, все. Это! На, поснимай меня. Вот, технику сейчас.
Пошла. Давай, молча, без разговоров. Километра полтора. Полтора много сюда. Ну давай, километр. Вот он, экшн-контент. Наконец-то. Да, есть чуть-чуть. Да не, мне трасса вся понравилась только на поле. И все. На что? На поле. Да, да. Вот только там хорошо. А это так себе. Давай сейчас так поснимаем. Ну что, ребят, покидаю лыжную базу Троицк, Лесное. Что хочу сказать? Ну, считаю, что гонку пробежал. Неплохо, наверное. Да, было досадное падение. Кто-то потерял чехольчик. Было досадное падение в начале. Ну, не без этого. Что поделать. Ребята собираются на заминку, наверное, с командой. Домой, говорит, уже пора. Так что занимайтесь лыжным спортом. Не забывайте подписываться на наш телеграм-чат. Наша лыжная группа там, да. Лыжный клуб, лыжная медиалига. Сегодня ребята еще из нашего клуба бежали и в Тверской области гонку. Дмитрий Константинов, тебе привет. И привет всем нашим ребятам из нашего чата. Стифую Алексей канал, да, Роман Янин, Олег Романов. Наши, как говорится, доблестные администраторы нашего чата, чат-админы. Всем передаю привет. Ну что, гонку пробежал. Давайте тоже ждем от вас тоже какие-нибудь громкие видео. И боремся дальше. Лыжная медиалига, вперед!